Полиция Хиллсайд. Детективы Малая, пригласите. Я хочу сообщить о преступлении. Давайте знакомиться. Я доктор Бёрч, и я веду философию языка. Папа пришел! Вы почему не спите? Пап, в лесу сумасшедший бродит! О чем это он? Девушка пропала в районе озера. Эллен Бёрч? Да? Ваш супруг дома? В чем дело, детектив? В девушке из Истфилда. В день ее исчезновения за ней якобы следил мужчина в серой Вольво. Не скажете, где вы были? Не скажу. Честно говоря, не помню. Это был последний день лагеря. Ты детей забирал. Вожатая сказала, она вас 40 минут ждала. Арестуйте за опоздание, за препятствие следствию. Давайте продолжим в присутствии моего адвоката. Часто у вас такие дела бывают? О похищении или об убийстве? Вы знали Джойс Боннер? Нет, не думаю. Когда пропадает ребенок, тебя запишут в подозреваемые из-за простого совпадения. Копы вопросов не задают, они расставляют ловушки. Миссис Бёрч, мы нашли волосы Джойс в машине вашего мужа. Как она попала в машину? Я же говорю, я не помню. Это ее блеск для губ. Дельга нашла. Значит, кто-то подбросил. Это ложь. Если она все еще жива, ее время, скорее всего, на исходе. Философия. Мы с вами в одной упряжке, искатели истины. Истина. У вас бывают провалы в памяти о людях, событиях? А вы как думаете? Не всегда. То есть правды не существует? Я говорю правду или то, что считаю правдой? На твоей стороне. У тебя есть тайны от жены? Пожалуйста, успокойся. Надоело мне быть спокойной. Гай Пирс. Пирс Броснан. Мини-драйвер. Страшно подумать, в чем еще ты себя убедил. На грани безумия. Ты же меня знаешь. Я и мухи не обижу.